Проблема заторов в обратном направлении также будет решена, как только на этом участке будет обустроена четвертая полоса. Для этого придется убрать ряд коммерческих объектов на пике перевала. В ближайшее время на перекрестке Сергей-Поле появятся светофоры. Уже завтра будет оформлен разворот в Дагомыс в районе заправки «Лукойл». Также было решено исключить левый поворот, чтобы увеличить пропускную способность по основному направлению федеральной трассы. Будем обсуждать эти вопросы. Создана комиссия, включая депутатов и инициативные группы этих микрорайонов. Совместно комиссия будет еще раз рассматривать вопросы разворота ДСД Черноморья, ГАИ города. Мы будем еще раз все просматривать. Рассмотрели на комиссии другие вопросы, в частности, заторы на развязке Ареда. Здесь рекомендовано установить светофоры, один пешеходный переход убрать полностью, второй перенести и убрать знак «Въезд запрещен» с улицы Пластунской, спуск на Ареду. На повороте к Бытхе федеральным дорожникам рекомендовано расширить остановку, убрать разметку «Островок безопасности», сделать в этом районе движение прямо и налево.